Сегодня у нас 30 января, 5 утра. Нам дома не сидится, и мы выдвигаемся в сторону Магнащанского заказника небольшой компанией. Пока, наверное, вы компанию не увидите. Чуть позже всех представлю. Можно представить команду. Ну, представляй. Так, у нас сегодня команда состоит из двух девочек, помимо меня. Вот, Вика и Маша, отважные девчонки, которые не побоялись пойти в зимний поход. Девять двадцать. Уже несколько часов идем по лесу. Лес, конечно, очень красивый. Много снега. Но это в то же время является большой сложностью. Идти очень непросто. Приходится тропить. Следов никаких от машины нету. Поэтому являемся первопроходцами сегодня. Позади 17 километров, и мы дошли вот до такого места, стоянки с колодцем работающим. Отличное место, чтобы устроить обед. Приключения у нас только начинаются, дороги уже закончились абсолютно все. Остается вот только вот такой путь, вон туда. Сейчас вопрос в том, как пробраться через всю эту, весь этот кустарник. Вчера выдался непростой день. Некогда даже было снять, что там было у нас в конце. В общем, прошли по итогу 31 километр. Самое сложное было преодолеть последние 5. Продирались через кусты. В общем, было непросто. Переночевали вот на так подобной песчаной гряде. Они, кстати, очень сильно здесь помогают, потому что в низине очень много каких-то низкорослых густых деревьев, кустов. А когда выбираешься на островок, тут, естественно, гораздо удобнее идти. Ну и островки эти очень красиво выглядят. На них встречаются дубы, какие-то старые сосны. В общем, выглядит очень-очень круто.
такие красивые пейзажи на горочках. А внизу там, конечно, труднопроходимые дебри из кустов. Плюс заболоченность. Еще повезло с рассветом. Неожиданно обнаружили беседку. Что у нас? Карта. Карта, кажется, польская вообще. Вот здесь вот на островке после 9 канала мы ночевали. И сейчас продолжаем идти по песчаной косе. Обнаружили памятник такой природы, царь сосна, возраст 270 лет. Вот такая толстенная сосенка. Мы добрались до деревни Козики, маршрут закончен. Я надеюсь, участники довольны. Все супер. Что-то скажет, хорошее или да, плохое. Мы выжили, мы рады. Все, ну раз так, до новых встреч тогда. Всем пока.